Андрей Коршунов – лауреат Московской областной литературной премии имени Евгения Зубова, наставник фестиваля «Зубовские чтения», автор нескольких книг. В преддверии Дня города в Видновской центральной библиотеке прошел творческий вечер поэта. Я считаю своей родиной наш район. А так как я долго жил в Молоково, то для меня родина – это Видное и Молоково. Видное – это город, а Молоково – это село. Поэтому у меня очень много стихов, посвященных селу, сельчанам, каким-то старым народным обычаям, приметам. Я любуюсь, воспеваю это именно. И, конечно, так как я в Видном давно живу, соответственно, много стихов, посвященных моим друзьям, коллегам и городу. На встречу были приглашены учащиеся Видновской школы номер 7. Многие из ребят занимаются в театральной мастерской, которой руководит Андрей Коршунов. Это очень талантливый человек, который внимательно относится к каждому ребенку, который видит в каждом ребенке какую-то особенность. Они много ставят театральных постановок. Эти постановки мы смотрим, показываем в школе. Педагог Людмила Исаева рассказывает, что впервые познакомилась с творчеством поэта, когда ее дочь Надежда стала посещать занятия театрального кружка. Это творчество близко моей душе, моему сердцу, потому что в нем говорится простыми словами и о том, что было в том числе и в моем детстве. Мне очень близки эти произведения, стихи. 12-летний Владислав Юганов постигает азы актерского мастерства в театральном кружке с первого класса. На творческом вечере своего художественного руководителя мальчик прочитал стихотворение «Баня». Зимой, воскресной ранью, как только рассвело, с отцом идем мы в баню по тропке за селом. Дети с выражением читали произведение автора со сцены. Каждое выступление превращалось в маленький спектакль. Как хорошо июльским днем бежать с утра с друзьями к речке, бежать в заветные местечки, лететь туда, лететь шмелем. Потеряется вещица, все перероешь, все перетрясешь, и не на кого вроде бы сердиться, но обязательно виновного найдешь. Поддержать своего коллегу пришли его друзья, видновские поэты. Поэт – это человек возвышенный, понимаете? Это дано уже от природы, вот этот возвышенный взгляд на мир вокруг себя, не вот этот обыденный, бытовой, обыденный взгляд, заключенный в том, что вот надо сделать то-то, то-то и то-то, а вот другой, другой. И он вот этим другим взглядом в полной мере обладает. Как отметил Андрей Коршунов, задача таких творческих встреч – не только знакомство с его произведениями. Главное – приобщить юных читателей к литературе. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.